Всем привет! С вами канал Стофити и я Саня. Мы сейчас собираемся на рыбалку. Будем выезжать из города. Это у нас поселок Старый Аэропорт. Сейчас у нас 6 часов утра. Уже потихонечку рассветает. Температура за бортом у нас 9 градусов мороза. Поселок еще спит. Я пришел к другу Колька Саркози. Ветер запад. А что впереди нас ждет, это мы узнаем дальше. Все, мы с Коленькой в пути. Сзади у нас Марик, но его не видно. Он уже все, уже прилег отдохнуть. Хозяин не дал ему поспать. Разбудил его в 6 часов утра, погнал на рыбалку его. Кстати, зима у нас в этом году какая-то странная. Морозы, морозы, потом оттепель. Морозы достигают до 12 градусов, потом оттепель. Температура сразу же поднимается градусов до 3, до 4. Сама Печора еще не замерзла, а притоки Печоры уже все во льду. Сейчас мы едем как раз по мосту и посмотрим. Вот, смотрите, видите, да? У нас уже это Курья, у нас Кач городская. Вот, и идет, у нас уже ледок уже стоит. А где больше всего течение, там, естественно, еще нету его. Лед еще тонкий, где-то сантиметров 8. Но ходить уже можно. На снегоходе еще не выйдешь на него. А вот порыбачить на удочку. Ну а кто хочет сетежки поставить, то это можно. Ехать нам еще далече, примерно где-то километров, наверное, 18 до этого озера. Там дойдем, пробуримся, будем рыбачить. В общем, ладно, посмотрим, что нас ждет впереди. Так как ветер юго-западный, я думаю, что должно клевать хорошо. Ну, вы все, наверное, скажете, да у вас там все время хорошо клюет. Нет, бывают моменты, когда и не клюет, серьезно говорю, бывает. Но это очень-очень редко, очень-очень редко. А так в основном хорошо. Ловить мы сегодня будем на опарыша и на перловочку. Хотим попробовать зимой порыбачить на перловку. Честно скажу, я здесь ни разу еще на перловку не рыбачил. Ты, Калюнь, рыбачил? И Калюнька еще не рыбачил. Готовил, но не рыбачил. Вот, поэтому будем пробовать. Город у нас небольшой, но вытянутый. Вот мы едем по центральной улице. Она одна единственная, а дальше идет разветвление. Эта улица у нас 60 лет октября. Еще тут название. Развилку на аэропорт вы уже видели. Сейчас мы вот едем в сторону факела и будем поворачивать направо. А в левую сторону у нас идет уже поселок Искателей. Ну ладно, до встречи на озере. Вот мы и на озере. Вот Марика запрягаем. И поехали рыбачить. Марик у нас собака сильная. Очень хорошо везет наши вещи. Это палатка, два наших ящика, на которых рыбачим. Бур. Ну, в общем, честно скажу, ребят, ну, где-то килограмм сотню будет весить. А он тянет ему хоть бы шхны. Погода у нас пока тоже хорошая. Радует, хотя увеличение ветра будет сегодня, будет достигать где-то 10-12 метров в секунду. Так, палатку расставляли, я не смог показать, пытался поставить камеру, а она от ветра падает.
Лед у нас небольшой, буквально где-то сантиметров 5-6, но держит, и держит хорошо. Опа, Калюнька что-то тащит. Давайте-ка посмотрим. О, сорожка. Ну, это Харитоновка, ребят, это озеро Харитоновка. Здесь рыба всякая, от мелкой до большой. Это не Печора, как в том году мы рыбачили. И я поймал. Во какая. И Калюнька не отстает от меня. Молодец. Помните, да, как в том году мы рыбачили на Печоре? В том году именно место вот это вот, ну, я могу сказать по праву, открыли мы. Именно по тому году рыбалку открыли с Колькой Корытовым. Открыли мы, искали долго место. Сначала рыбачили рядом с городом, около нашего берега, а потом потихонечку и перешли на ту сторону. И потом по рыбалке вы уже видели, сколько у нас рыбаков стало рыбачить на этих местах. Но рыбы у нас много, хватит на всех. Рыбачим мы на удочке обнаковенные. Мормышка, ну, не такая, конечно, как у вас в средней полосе, а где-то такая, крючок, наверное, четверочка, пятерочка у мормышки. Вообще, рыбалка чудненькая. Ветер, правда, сильный, но это не помеха. Потому что мы сидим в палатке. Кстати, палатку мы взяли в этот раз зонтиковую. Не нашу теплую двухслойку. Думали, что не сможем ее поставить. Ветер все-таки разыгрался хороший. Но с горем пополам натянули ее. И вот она стоит. Перловку, честно, ребят, скажу, немного не доварил. Она тверденькая, поэтому приходится искать, которая помягче, чтобы рыба могла подсечься. Пока мы рыбачили, там уже рыбаки уже присоединились. Где-то палаток 5-6 уже вокруг нас выросло. Надеюсь, им также будет вести, как и нам. Посидели мы буквально часа 4. Скажу, неплохо. Наловили хорошо рыбы. Где-то в лукошке, наверное, пол лукошка наловили точно. Рыбалка прошла отлично. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать нашу рыбалку. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. С вами был канал Стофики и компания. И я, Саня. А мы собираемся в путь-дорогу. Пока.